В Мариэл продолжается реализация национальных проектов, инициированных Владимиром Путиным. Функции госзаказчика при исполнении с этого года будет выполнять Управление капитального строительства. Оно было создано в регионе специально для улучшения взаимодействия с подрядными организациями еще в 2020 году, но вначале выполняло функцию технического заказчика. Теперь же функционал ведомства расширен. Деятельность учреждения обсудили в правительстве республики. Рабочую встречу провел глава Мариэл Александр Евстифеев. Управление капитального строительства, формирование которого закончили в прошлом году, с очень обширными полномочиями. Это и проектирование, это и строительство или реконструкция, это и строительный контроль, это и закупочная деятельность, это организационно-правовое сопровождение строительства и так далее. Пожалуйста, давайте мы с вами посмотрим, что у нас получилось с точки зрения организации офиса, с точки зрения формирования организационной структуры, кадрового наполнения. Ну и какие трудности, с вашей точки зрения, необходимо преодолеть для того, чтобы УКС забрал на себя весь функционал из отраслевых министерств республики? В здании Марии Граждан проекта, где территориально находится управление капитального строительства, созданы все необходимые условия. Закуплены новая техника и мебель, отремонтированы кабинеты, сформирован штат сотрудников. УКС, как бы мы с Александром Анатольевичем говорили на тему два раза уже, будет заключать, ему рекомендовано, и муниципальным главам тоже рекомендовано заключать бесплатный договор на выполнение УКСом технического заказчика на объектах муниципальных. Это касается и очистных, это касается водозабора. То есть там везде, где заказчик у нас муниципал, а таких объектов у нас много, сейчас мы проектируем, заканчиваем, будем стройки разыгрывать, УКС будет оказывать бесплатно, в связи с тем, что республиканский, будет оказывать помощь как технический заказчик. То есть это по объектам, которые включены в национальные проекты или в индивидуальную и региональную программу, да? И в региональную программу, и в нас проекты. И в нас проекты. Хорошо. В итоге сосредоточение обязанностей, необходимых для реализации национальных проектов на каждом этапе, в одном ведомстве, должно снизить затраты, усилить контроль за выбором подрядчиков и соблюдением сроков исполнения.